Привет, дорогой зритель. Здрасте. Для начала меня можно поздравить с 10-м рангом према. Ура! Спустя энное количество директив, нужное количество улучшений према все-таки нападало. Poison burning through my veins, a notion to keep the flames at bay, watching the rising tide out of time. Ну а теперь непосредственно к сути самого видео. В данном видео я открою 300 сундуков с указом, сундуков, которых уже нет в игре, и покажу кое-что интересное, а именно то, что ресурсы с этого сундука не идут в лимит. Для этого мне даже пришлось выформить лимит знаний на фабрике, и сейчас я покажу, как я это сделал. Real Riot Maker. Сейчас я покажу, как это делал я. Заходим на фабрику, разминку. Бежим к первому боссу, попутно убивая трех гоблинов. Убиваем первого босса. Прокает скрижалька. Убиваем то, что прибежало сзади. This is the moment for riders and thugs. Strippers and body bags, zippers and violence and drugs. Poverty, a bunch of minorities die in the club. They say my music's making them lose it. I ride it. Далее собираем всех мобиков почти до лоста и убиваем их скрижалькой. Результат сейчас увидите. Затем мы тратим время, выходим из данжа на F11, заходим по новой. И так делаем до тех пор, пока не надоест. А как узнать, что вы выформили лимит знаний? Очень просто, они не упадут. А если кому интересно, лимит знаний 300 тысяч. Продолжим открывать сундуки. Ну а после открытия всех сундуков, подведем итог. Сколько же игровой валюты и ресурсов мне упало? Crash over me as flashbacks pull me underneath the water. Underwater. And I know I'm drowning, I can't breathe this time. I'm into deep, sinking down through memories as I think of you. Poison burning through my veins, a notion to keep the flames at bay, watching the rising tide out of time. Poison drowning out the pain, braving the storm to fear the rain. I know I'm out of time. Watching the rising tide out of time. В сумме я получил 108 миллионов кредитов, 2 миллиона 100 тысяч знаний, 67 тысяч медалей, 404 стимулятора, 1 прем на 3 дня, лол кек,
7 улучшений приема и 7500 аргентов. Ну такое. Далее, в качестве дополнения, я открою 500 фиолетовых, чудесных сундучков. Результаты этого вскрытия вы также увидите далее. Сейчас вы можете видеть, что нападало с фиолетовых сундучков. И на этом все. С вами был Задрот. Всем спасибо за просмотр и удачи в игре. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и колокольчик, и коммент обязательно. А то сломаю вас уёбки.